Мама, значит, вернулась, да, мелкий, про такую маму только мечтать можно, да, вот пришла, значит, называется, говорит, сыночек, сыночек, я тебя 10 лет не видела, так потому что ты, она даже тебя не искала, вот в чем проблема, потому что вот она почему тебя не видела, потому что она даже тебя не искала, этот бандит-то спалился, на кого он работает, говорит, то, что он не знает, как зовут вот это главного его начальника, потому что он никогда с ним не виделся, но сказал то, что начальник почему-то баба, а не мужик, как оно получается, а баба только одна здесь в городе, мелкий, если твоей матушки здесь нет в моем доме, значит, она во всем виновата, и значит, она хочет, чтобы я удалил канал. Если она здесь, ну, значит, я просто стал параноиком, таким же, как и ты. Поэтому готовь свою рогатку, наготовь ее, держи, если что, сразу пуляй вот этот мамаши своей в лоб. Или не своей, я не знаю, твоя мамаша или нет, если она тебя не воспитывала, то вряд ли она мамаша. О, вижу, детектив шевелится, значит, скоро уже проснется. Он уже третью серию в отключке лежит. Давай, мелкий, ты первый забегаешь, если что, сразу всех расстреливай. Раз, два, три, давай! Перчик фас за задницу! Бесполезная собака. Удали канал. Удали канал. Удали канал. Удали канал. Удали канал. Удали канал. Ты мать свою видишь? Мать, видишь свою? Вот я твою мать не вижу. И где твоя мать, твою мать? Мать твоя, мать, матушка. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Удали канал. Ага, в моей комнате. Удали канал. У тебя еще остались какие-то сомнения мелкие, кто это может быть? Вот и у меня не остались. Когда мы уходили, в этом доме была только твоя мама. А когда мы вернулись, ни твоей мамы, ни единого духу здесь нет. Остались какие-то сомнения, кто это может быть? Вот и у меня не остались. Пошли, давай. Давай, 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 быстро, 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 быстро. Так, удали канал. Мне интересно, что в твоей комнате. Здесь тоже удали канал, здесь тут вот и удали Сынок, вернись ко мне. Че, будешь возвращаться? Да давай, да мама-то тебя ждет, мне кажется, она тебя любит. Вот. Сколько она тебя не видела. Сынок, вернись к маме, которая угрожает мне тем, что убьет моего лучшего друга Костю, это раз, и угрожает, чтобы я удалил свой канал. Мне нужно успокоиться, я это прекрасно понимаю. Но просто, когда вернулась какая-то женщина, которая представилась мамой мелкого, которая даже его не воспитывала. Да я больше тебя, мелкий, воспитывал, чем мама-то твоя воспитывала. И она говорит, чтоб ты вернулся к ней. Ага, конечно, ладно, стой здесь. Я спущусь в подвал, заберу все свои необходимые шмотки. Мелкий! Это что там? Ты слышишь? Это как будто кто-то на калькуляторе играется. Пип-пип. Это случайно не то, о чем я подумал? Ёпсель-мопсель! Собирай шмотки и быстро в свою комнату! Самое главное, бабки, все забрать, здесь есть что-то! Ёпересы! Так, что забрать, что-то? Кофемашинку 100% забрать здесь! Перчик! Это забрать, все, балаклаву забрать, это забрать, здесь ничего нет, здесь... это плойка! Картошка, пшеница, рыбий глаз или паучий глаз, не важно. Мелкий! Ты готов? Ты где? Давай быстро, выбегай быстро! Иди сюда! Быстро! Перчик! Ты жив, собачура? Все нормально. Мелкий. Оперный театр. Мелкий! 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 Мелкий, вставай! Он даже не шевелится. Мелкий, вставай, пожалуйста! Помогите кто-нибудь! Вызовите скорую! Оперный театр, это что произошло? Помогите! Это минус мой дом, это минус вся жизнь. Там компьютер был, там комп был, там два монитора был, там вся моя жизнь.
вы еще кто такая, ядрить колотить? Ты кто такая? Скорая помощь. Откуда у нас в городе скорая помощь-то взялась? Здравствуйте, я ваш новый участковый врач. Наш новый участковый врач? Откуда в этом в городе ютубер участковый врач? Этот... аллилуйя. Мэр послал нам кусочек здравого смысла, да? Он построил скорую помощь? Да, мэр построил поликлинику. Это просто шикарно, шикарно. И Перчику нужна помощь, и мне психологическая помощь. Ядрить вас просто в клятву Гиппократа. Ты дуримонда! Ты пациента задавила, сдай назад! В смысле, извините, извините, вас. Ой, ёперный театр, лучше бы бомжара никого не стрелял. Чё ты делаешь? Да, по башке ему проедьте, да, угу, да. У него половина башки под машиной, да машину вперед уберите, вперед немножко поедьте. Да вы чё, издеваетесь, что ли? Да как можно так машину водить? Почему вас машина назад не сдает? Да чё за дичь-то такая? Так, ё, как вообще работать в этом городе? Вот спасите Чупакабру, эту мелкую. Короче, тут беда случилась. Дом просто разлетелся на кусочки. Все взорвалось. Мелкого ранило, походу, не шевелится. Он даже он не дышит. Или дышит, я не знаю. Мелкий, ты дышишь? Мелкий, дыхни. Не дышит. Перчик единственный дышит. Разберитесь, пожалуйста, затащите его в машину куда-то, я не знаю. Сейчас, я все сюда. Уйдите, уйдите! Лучше бы я медврачом здесь был, нежели вы. Сейчас сюда внутрь. Затащите его, пожалуйста, в машину, повезем туда, в ваш участок. Давайте вы в больницу, я за вами сейчас приду. А где больница-то находится? Ну, походу, где-то там слева. Это как называется? Это что? Это в минус вся моя жизнь! Это в минус все мои труды! Это... По одному месту пошел мой компьютер. Два монитора, Wi-Fi роутер, комната мелкого, моя комната... С Тарантайкой ваши явно какие-то проблемы, как я вижу, да? Вы понимаете, то, что на машине нужно газ нажимать, чтобы она вперед ехала. Я жму. Так вы сильнее на газ жмите. Она не едет. Ёперный тят. Вылези. Вылези отсюда. Да все едет. Вам бы, милочка, просто на права бы сдать, да и все. Постерегись! Куда? Все, вижу. Я врач, а не водитель. Да какая разница, врач, не водитель, врач... Да! Все, вытаскивайте мелкого, мелкий! Лишь бы мелкий жил! Да давайте, бегите быстрее! Ребят, извините, пожалуйста, я прям очень сильно паникую. А кто бы не паниковал, если бы его дом чертовой бабушки бы С4 разнесли! Тащите мелкого в эту в госпиталь ваш! Да еще и с мелким беда, да почему-то так все свалилось на голову-то в одну секунду! Я-то думал, мы все решим, все проблемы после... После того, как мы найдем главного бандита, а тут что-то, что происходит? Мой дом разнесли к чертовой бабушке. Перчика чуть не убили. Мелкого! Вы притащили Мелкий? Прекратите паниковать, сядьте, успокойтесь. Как я могу успокоиться, если этот шкет, этот пацан... Мальчик, ну это все, что у меня есть в жизни. Все, что есть в городе ютубера. Костю похитили, мой лучший друг. Бомжара зажрался, бомжара там мэром стал, ему не до меня. Молодой человек, не нойте. Есть еще и мелкий. Закроет свои глаза и больше не сможет на меня посмотреть. Я не знаю, я тогда точно опущу руки. Сейчас лекарство подействует. А вы ему капельницу вкололи? Если нет, то примем серьезные меры. Не надо, пожалуйста, серьезных мер. Да почему я не могу ни одну серию спокойно провести жизни ютубера?
Да я почему я не могу спокойно ролики записывать? Почему я с Мелким не могу какой-то новый сезон начать? Мелкий! Надо принимать серьезные меры. Не надо, пожалуйста, принимать никакие серьезные меры, только не операцию. Мелкий! Вставай, пожалуйста, я тебе кофе дам! Литр, не надо никакие дефибрилляторы. Вот уберите эти дефибрилляторы. Мелкий, я тебе литр кофе дам. 2 литра кофе дам. Мелкий, я тебе разрешу играть в мой компьютер. Мелкий, я тебе разрешу перчика гладить. Мелкий, я уговорю Аленку, чтобы она к тебе вернулась. Разряд. Не надо никакой разряд, уйдите со своим разрядом, сейчас все будет. Идея. Смотрите. Возьмите стакан кофе. И влейте в капельницу. И внутривенно. Чтоб кофе попало в кровь. С ума сошли, кофе в капельницу. От этого можно копыта двинуть. Я Мелкого знаю лучше, чем ее вот эта недомать, которая якобы вернулась. Я этого делать не буду. Или вы это сделаете, или мы потеряем Мелкого. Быстро засандалила капельницу. Я уверен, что это поможет. Быстро засандалила кофе в капельницу. Это 100% поможет. Давайте, 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 засандалим, пожалуйста, это единственный. Все, готово? Это единственный вариант. Не спрашивайте, почему? Я лучше знаю Мелкого, чем вы все вместе взятые. Готово. Надеемся, это поможет. Если это не поможет, перчик, заходи внутрь. Ой, я тебя случайно коцнул. Ну ладно, стой там. Аж сопли потекли. Я так разнылся. Пожалуйста, 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 Мелкий, дай признаки жизни, то, что с тобой все хорошо. Я... Мелкий, пожалуйста! Он башкой крутит! Мелкий, ты жив? Мелкий, ты жив? Помаши башкой, если да! Мелкий! Да? Аллилуйя! Это не... Слышь ты, ангел-хранитель мой. Вот ты! Ну, а теперь ему нужен отдых. Да какой ты... Подождите со своим отдыхом. Ты вообще понимаешь, что произошло? Мелкий заговорил. Мелкий, вставай, пописяка. Так ты разговаривать умеешь? В смысле нет, ты только что да сказал, скажи еще раз да. В смысле нет, скажи нет тогда. Ну скажи да. Ну, скажи я Мелкий. Скажи я хочу кофе. Слушайте, мне кажется, ему еще литр кофе нужно всандалить в эту капельницу, тогда он 100% начнет разговаривать. Ты можешь разговаривать или не можешь разговаривать? А что это тогда сейчас было? Почему ты да сказал? Я первый раз в жизни твой голос писклявый услышал. Такой... Чё ты башкой-то машешь? Короче, это все понятно. Это просто... Это комбо только что было. Мало того, то, что его слишком шандарахнуло при взрыве, немножко контузило, это раз повлияло на то, чтобы Мелкий слово сказал. Потом мы ему внутривенно пустили литр кофе. Ну, не литр, там чуть меньше было. И это, наверное, в такой шок его ввело, то, что Мелкий смог сказать одно слово. А сейчас, походу, этот эффект прошел. Может, тебе еще раз литр кофе засандалить? Нет? Вставай, ты ходить можешь? Какой отдых? Какой отдых? Мой дом взорвали! Мелкий, нам нужно бежать к главному бандиту. Нет, если ты, конечно, хочешь, ты можешь здесь остаться. Вам лучше оставаться, у вас посильный режим 2 недели. Не пущу. Мелкий, ты ходить можешь, скажи честно. Если ты не можешь ходить, я не хочу, чтобы с тобой, чтобы тебе стало только хуже. Если ты можешь пойти, пойдем. Кофе помог? Строго постельный режим. Да пошла ты в пипуку со своим постельным режимом. Ты, Мелкий, ты точно можешь идти? Пикачу тебе поможет в пути, я уверен. И перчик теперь с нами. Только я бомж, у меня дома нет. Спасибо большое, то, что помогли. Без вашей капельницы Мелкий бы точно умер. Держите. 1000 рублей. Купите себе там... Я не знаю, что... Купите что-то. Права себе купить, я не знаю. А то машину вы точно не умеете водить. Вот. А мы с Мелким пошли. Пошли, Мелкий, пошли. Здоровье с Еленой Ветрянкиной. Хорошая фамилия.
Буду знать то, что у нас в городе скорая помощь появилась. Мелкий, за мной. Я уверен на 99% и 0,9%, то, что во всем замешана твоя мама. Даже не то, что замешана, это она все провернула. Она променяла свой бизнес на тебя. Единственного сына. Это что? Это когда я тебе сказал свои шмотки взять из дома до того, как он взорвался. Ты единственное то, что взял, это был вантус? Мой постер в твоей комнате. Компьютер. Два монитора. И все, что ты взял, это был вантус? Ой, какая хорошая погодка. Ой, папсик, здорово. Это муж твой, где Геннадий Петрович? Спит, небось, да? Где бандит этот? Бандит нам нужен, срочно бандит нужен. Где бандит? Ты же его закопал. А, точно. Живой? Ну, пока еще да. Вот это хорошо, давай вылезай. Вылезай, ты нам еще нужен. Я сам того не ожидал, но ты нам пригодился. Быстро на стол. На стул быстро садись. Садись, быстро на стул садись. Быстро, быстро. Мелкий, держи рогатку. Короче, до свидания, бандит. Ёперный театр, опять что-то не по плану пошло. Паника, не обращай внимания, паника в этой серии просто на максимальном уровне, вот так. Где живет эта твоя начальница? Я не знаю, я ее не видел никогда. Мы подождем, у нас-то очень много времени. Где начальница живет? Ёперный театр, ты же сейчас умрешь. Где живет твоя начальница? По совместительницу мать Мелкого. По совместительницу тушканчик блохастый, который только что взорвал мой дом. Где живет твоя начальница? Знаешь, да? Как с тобой сложно вообще существовать на этой планете. Мелкий, нам нужно придумать способ, как ему зубы вот это заговорить. Как? Чё ты, куда ты тыкаешь? На вантус его посадить? О, кстати. Да? Так как я ему туда вантус-то засуну? Это не помещается туда. Ну, разве что вот сюда. Ты скажешь, где твоя вот эта баба живет? Я ничего не знаю. Не, вот таким способом... Он, походу, закаленный в этих пытках. Он 100% не заговорит. Пошли с нами. У меня есть для тебя идея. Иди сюда. Пошли. Бабзин, ты тоже можешь за нами идти. Пошли. Мелкий, веди его под прицелом рогатки. Бабзин, ты тоже давай за нами. Быстро. Чтоб не отставал. На счет три побежали. Три! Как бы его разговорить? У меня есть одна небольшая такая идея, как его можно разговорить. Это, наверное, самое жесткое, что существует вообще на этой планете. Я сейчас вам покажу. Колоться не хочешь, разговаривать не хочет. Ёперный театр, ты куда? Бомжара, тут у тебя вообще крыша... Тихо! Это мы! Ты с ума сошел или что? Я не могу понять. Ты мэр города, ты какой пример людям подаешь? Какой калаш? Ты думаешь, мало стресса? Что это взорвалось? Напугал нас! Успокой, калаш-то спрячь, дети рядом с... Мелкий смотрит на тебя! Успокойся, все нормально. Ну, как нормально? Я думал, война. Да какая война? Задница у нас просто глубокая случилась, вот вся война. Вот из-за этого собака шкета проклятого... Вот! Задница, понимаешь? Какая задница, показывай. Пошли, пошли! Сейчас я тебе покажу, сейчас я тебе быстро покажу, какая задница у нас здесь произошла. Дом мой взорвали, к чертовой бабушке просто, под корень, просто до фундамента, посмотри. Ты вчера или позавчера видел мой дом. Мелкий, ты следишь за, он же может сейчас убежать в любой момент. Ты за ним-то следи, да. Смотри, что с моим домом произошло. Это не капец, а вот это звездец, может, я бы назвал как-то по-жесткому, но у меня все же дети смотрят. Ну, как бы... Ну, страховка же должна быть, ты же мне компенсируешь мои утраты, да? Мы же как бы с тобой все же друзья. Какая это компенсация? Ну, в смысле, страховка на мой дом, ну, типа, несчастный случай, там. У нас в городе не изобрели еще страховку.
Очумительно! То есть полицейские участки вот эти ты можешь строить, а страховку своему почти лучшему другу не можешь, да, сделать, чтобы восстановить дом? Надо еще бы скорую помощь вызвать этому детективу, а то он уже третью серию очнуться не может. Ладно, все, разберемся потом. Пошли за мной. Мелкий, тащи его. Тащи. Иди сюда, бандит, иди сюда. Я-то придумал, что с ним сделать. Если ночь в гробу ему зубы не может разговорить, если пытки водой ему зубы тоже не могут разговорить, иди сюда, ты сюда подошел, бомжара, держи его под прицелом. Держи. Если тебе ничего... Так, не стреляй, а держи под прицелом. Надо, надо, ты еще даже не знаешь, что надо, что не надо. Рикардо! Здравствуй, милый мой! А, тут член пришел твоей новой банды. Точнее, наоборот, новый член твоей банды пришел. Он сказал то, что хочет к вам в семью вступить. О! Конечно. Тогда мы сейчас поднимемся. Давай, давай, давай. Пусть проходит. Проходи дверь, проходи дверь. Давай, быстренько проходи. Да, 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 да. Слушай, я сейчас достану нож. Быстро в дверь зашел. Пошли, посмотрим. Давай, наверх. Знакомься, это Рикардо. Это твой новый босс. Начальник. А это твоя новая семья, знакомься. Они с тобой здесь будут делать... Ну, я не знаю, что они с тобой здесь будут делать, честное слово, но что-то 100% хорошее. Мне кажется, надо образ твой немножко сменить. Рикардо, у вас там есть шкафчик или там с одеждой вот этой, за ширмой, да? Да, есть. А, ну тогда... бандитик, иди переодевайся. Давай, давай, переодевайся за ширму. Ну, мне кажется, так он точно загорит. Он здесь и дня не продержит. Вот ловить... С кем поспорим? Я ставлю на то, что он день не продержит. Бомжара, ты на что ставишь? Не протянет. Вот я говорю, не протянет. Бандитик, если ты готов, то давай выходи к... А тебя никто не спрашивает, нравится тебе, не нравится. В общем, Рикардо, иди сюда на секундочку. Рикардо. Самое главное, не выпускай его из здания. Считай то, что он заключенный, он твой пленник. Из здания не ногой, он будет умолять, он будет сопротивляться, но он идет против своей же воли. Он очень хотел вступить к вам в семью, такого красавца не выпущу. Все, все, все сваливаем, все сваливаем. Главный бандит, удачи тебе там. Не хочешь, ну, когда захочешь нам там рассказать, где вот эта твоя живет, тогда вот расскажешь. Все на улицу! Все на улицу, мелкий, закрывая за собой дверь. Мне кажется, там, ну, им точно будет весело. Куда стой, чё стой? Ты мне, Рикардо? Как-то мы вообще прогадали. Он не то, что день не продержался, он минуты не продержался. Главный бандит! Жди. Давай, давай, Рикардо, мы тебя ждем. Главный бандит, давай обратно. Обратно к Рикардо. Ну или все же можешь рассказать, где живет мама мелкого. Вообще недолго продержался. Прям, ну я говорю, секунд 30. Ладно, я все расскажу. Я все расскажу. Вот с этого и надо было начинать наш диалог. Рикардо, придержи-ка ты его, а ты давай рассказывай. Пописяка в рваных джинсах. Perfect.